Мысли веры. 12 октября. Основание веры. Тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Книга Иова, 4 глава, с 19 по 20 стих. Для того, чтобы твердо стоять на Божьем основании, нам нужны категории в доктринах. Божественный перечень для точного мышления с божественной точки зрения в нашей душе. С пониманием, каким образом можно установить верное основание, приходит счастье, приходит радость. И вот мы уже свободны и пребываем в покое. Мы не должны добавлять или отнимать от Слова Божьего. Когда мы добавляем зависть или гнев к ситуации, мы добавляем плотскую природу, чтобы заменить божественную. Таково понятие добавления неверного в Слово Божье в нашей жизни. Когда мы отнимаем от любви, милости и благодати, мы отнимаем от природы Божьих характеристик и Его сущности, выраженной в Его Слове. Иисус Христос – живое Слово. Записанное Слово стало плотью через Духа Святого. Когда человек отнимает от даяния другим Божьей любви, милости и истины, он отнимает от сущности живого Слова. Добавить гнев означает добавить к характеру Христа нечто, не являющееся Божьим. Применяете ли вы Библию абсолютно для каждой категории мышления? Конечно, мы используем принцип быстрого возврата, если мы ошибаемся. И мы восстанавливаемся исключительно по вере. Но абсолюты Библии в нашем мышлении сохранят нас и сделают нас счастливыми в каждом божественном образовании, с которым мы встречаемся. Карл Стивенс.